Потому что август, потому что сезон арбузов, и потому что эта мысль пришла так быстро, и я ее очень рада. В этом году мысль сделать костюм арбуза как-то спонтанно приснилась. Поэтому арбуз сладко, сочно и королева бахчи. Честно, замеряли диаметр головы и по нему подбирали арбуз в магазине. Плюс-минус погрешность. В этом году, наверное, я уже принимаю участие третий год подряд. И в этом году, наверное... Погода настолько прекрасная, и вообще каждый год, наверное, ощущение от фестиваля, оно все ярче и ярче, потому что приятно видеть, что люди не пассивные, люди участвуют, люди не ленятся и приходят в самых лучших костюмах, в самом лучшем виде и дарят этот позитив всем окружающим. Поэтому, я думаю, сегодня мы, придя в этом безумстве, сделали праздник всему городу.